У главного научного сотрудника ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения, вот даже ее имя есть, Сумья Свамминатан, журналисты поинтересовались, на какой стадии находится человечество, если сравнивать пандемию с марафоном. «Я надеюсь, что скоро мы преодолеем 60% маршрута», — ответила она. «Но не исключено, что нам предстоит преодолеть очередную неожиданную гору». Как вы считаете, какой процент маршрута мы уже преодолели? 60% от пути, который мы должны пройти? Да. Мы не вошли в этот путь. По нашему отношению к нашему состоянию, к пандемии, мы не вошли. То есть началом пути, вы считаете, если мы хотя бы потихонечку приблизимся к это корню? Это начало осознания источника нашей проблемы. Пандемии, допустим, и других проблем. Вот. Которая заключается в том, что мы относимся в общем неправильно, абсолютно отрицательно к природе. Мы должны осознать, что иначе природа, то бишь Творец, не может нас толкать к своей цели. Кроме как вот так вот. Кроме как таким образом. Через вирусы. Да, такие ужасные, уродливые создания, как мы, иначе не подтолкнешь. То есть вы говорите, мы еще не вышли на эту марафонскую дистанцию даже, похоже? Нет, конечно. Мы еще и не начали Мы бежать. Не знаем причину, почему такие удары от природы мы ощущаем. Мы не знаем следствия от этого. Мы не знаем, как обращаться к природе, то есть к Творцу. Как же мы можем управлять своим состоянием, говорить, что мы прошли? Что мы прошли 60% уже? Да, конечно. Нет. Елки-палки. Должно быть осознание зла, что нам плохо. Это еще не зло. Ну, нам же плохо. Ну и что? Но это не зло. Зло – это когда я буду понимать, что это приходит ко мне, потому что я эгоист, неправильно общаюсь с людьми и с природой. И поэтому я вызываю на себя эти удары. И вот осознание того, что я такой, это осознание зла, и это осознание того, что плохо мне. Причину мы не раскрыли. А не раскрыв причину болезни, тут никакая ВОЗ не поможет. Нам просто надо это осознать и начинать правильно требовать у природы своего исправления, а не ее исправления, изменения. Понятно. Не исправлять ее, а исправлять себя. Да. Это начало выздоровления. Да. То есть лекарство в нас –